Здравствуйте, меня зовут Елизавета Черникова. Мой водительский стаж 7 лет. Я хотела бы открыть вам пару секретов, как скоротать время в пробке и при этом потратить его с пользой. Елизавета – бизнес-леди. Недавно она стала победительницей конкурса для автоледи. Она с трепетом относится к каждой свободной минуте своей жизни. И как большинство современных людей, очень много времени проводит за рулем. Поэтому подружилась с пробками. Пробки всегда много времени, поэтому можно успеть навести порядок в машине, потереть пыль и убраться в бардачке. Также генеральной уборке могут подвергнуться сумочка, смартфон. В кошельке стоит проверить накопившиеся чеки и выкинуть лишнее. Если у вас случайно оказалась карта в машине, у меня она, к счастью, всегда с собой, можно изучить район, в котором вы стоите в пробке чаще всего. И, возможно, получится найти пути объезда и в дальнейшем избежать этого муторного стояния в пробках. Для современных автоледи утренние пробки – настоящая находка, потому что можно лишние полчаса понежиться под теплым одеялом, а собраться по пути на работу. Такой или подобный гаджет очень полезен в пробке. С помощью его вы можете ознакомиться с свежими новостями, посмотреть прикольные картинки в интернете, либо заняться самообразованием. Я, например, при помощи своего смартфона изучаю третий язык. Ну а когда все дела уже сделаны, а вы все еще в пробке, вы можете просто послушать музыку или даже петь. Главное, чего не стоит делать в пробке, это нервничать, так как что-либо изменить уже не в ваших силах. Порадуйте близких своим звонком или последуйте примеру других автомобилистов.